Добрый день, мои зрители. Мы продолжаем с вами играть в Южный парк Палка Истины. И мы находимся в школе, вот, где в прошлый раз мы остановились. У нас не получилось с вами... Ребят, пройти. И я не сразу разобрался, как мне использовать свою суперсилу. Суперсилу пердежа, чтобы пройти этот огонь. Ну, теперь я разобрался. Сейчас я покажу, как это сделать. Для начала мы сейчас позбиваем здесь все, что возможно. Собираем всяких ништяков. Бля. Вода. Сюда тоже воду. Ну что? Прощайте, мальчики. Так, у меня, кстати, обновление доступное. Что-нибудь усовершенствуем. Пацаны в вещах. Я вот этот грабеж практически не использовал ни разу. Да, наверное, не практически, а вообще ни разу не использовал. Может быть... Еще и положительный эффект. Блин. Давайте все-таки совершенствуем укол свой. Порезаем. Или пройдем, тем больше урон ты наносишь врагу. Да, пускай понадежнее в всяком случае. Так, теперь с этим огнем. Оказывается, здесь нужно было опустить правый стик. Точнее, нет. Сначала надо зажать было вот эту кнопочку. Ключи. Рев дракона. А теперь опускаем. Он напрягается и бабах! Вот так вот делаем. Враги, которые попадают в область взрыва, так, будут уничтожены. Используйте этот прием, чтобы сражаться было легче. Хорошо. Так. Что у вас есть, мальчики? Спасибо. Ага, еще что-то. Ух ты, на замке. Ключ от шкафчика школьного дежурного. А, кстати, школьный дежурный. Мы же его убили. Значит, у него должен был быть ключ. А нет, ничего. Ладно. Здесь там что-то не сильно важное. You're not gonna get through this door. Okay? You might as well give up, because I've hidden the key somewhere, and you'll never find it in my office. Oh, damn it. Поговорился. Найди золотой ключ в кабинете мистера Маки. Сейчас будет делать перейти, соответственно, смотри. Серебряный ключ. Так. Ах ты, скотина, ушел. Некоторые действия. Ага, все, вижу. Вижу. Мне тут предлагают стрельнуть. И вот так вот его. Да-да-да. Прикольно. Подсказки хорошая вещь. Ну, это как бы еще, видите, обучение проходит. Когда обучение заканчивается, подсказок становится намного меньше, или вообще они пропадают. Тогда уже для всего нужно самому додумываться. Кранчик. Дёргим! Все двери закрыты на замки. Латунный ключ, золотой, серебряный. А где же, куда же нам? Protector of the brass key will never surrender. Ключа.
Держите L1 и выберите функцию управления напарником. Нажимайте L1 пока. Стрельба, управление. Вот. Держите L2. Нажмем напарника. Своего компаньона. Держу L2 и нацелься с напарником. Помощью L или R. Ну да. Хорошо, я выбрал. Вау, сиськи. На тебе, скотина. Кенни, как настоящая тёлка, поступила в эту ситуацию. Ты увидишь иконку по помощи друга там, где без него не обойтись. Красавчик Кенни. Так, иногда здесь это определенно закономерность. Одним выстрелом. Так, это как это? You can take the brass key from my cold dead hands. Ну вот они в линию выстроятся сейчас, и что будет? You can take the brass key from my cold dead hands. Ну, выбираем рев дракона. Ага, неправильно. You can take the brass key from my cold dead hands. Ага, понял. School is closed. Ох, скотина, блин. Как ты их можно было убить без этой драки? I'm taking you to detention. Стошнило. Блин, я ж закрылся. Походу, это будет очень сложный бой. Let's see what you got. Ага, не могу я здесь ее использовать. Особенности. Make my day, kid. Рыжий школьник. Пиздец я. Давай же, блин. Ужасно. А вот здесь мне нужно было бы поменяться напарником. Вот что я хочу. I see we are out of stalemate. Да, Баттерс. Да, Баттерс, конечно. И он мне сейчас... What are we waiting for? Yeah! Hey! А, это... А! Да, блин. Фух, какой ужас. Давай тебя забьем. 85, молодец. Баттерс, коснись, пожалуйста. There you go, Al. Получилось? Теперь пизда никого-нибудь своей молнией. Кого? Этого 113. Surrender and I will show you mercy. Feel my righteous fury. На двоих сразу. Красиво. Раньше времени нажал опять. Хорош. Баттерс, еще раз можешь его коснуться? I got your back, yo. Неправильно я сделал. Теперь я могу... А, нет, давай. You're a bad seed. Ugh.
Хорош, 61. Блин, опять раньше времени нажал. Баттерс умер. Способности нету. Так, забля. Так, даже можно пукнуть. На! Блин. Хи-я! Да хорош тебе! Так, могу я съесть что-нибудь? Воскрешающий эликсир у меня есть! Конечно, давай баттерса воскресим. А, сучара. Конопатая. Баттерс, теперь ты должен сделать целебное прикосновение. Красавчик. У тебя еще и способность. А, нет, способности нет. Молоточки с вами. Сейчас наебнем этого. Козла, бля! Ей жизнь осталась. Ой, защиту взял. Нам похер на твою защиту. На! Ну я думаю, тебе сейчас ничего не поможет. Конечно. Блин, осталось чуть 7 жизней. Ну все, до свидания. До свидания. Oh boy, oh boy. Блин, сложно было с ними. Тяжелые потяри. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. You found the brass key. Так, латунный ключ мы взяли. Как он сейчас перечислил, ключей надо собрать нам кучу. Мяч для игры в вышибалу. Еще один воскрешающий эликсир. Он нам очень пригодится. Фигурка Филлипса у нас теперь есть. Нормальный шкафчик. В шкафу просто сидит скелет. Так, куда дальше? Теперь пойдем дверь открывать. Сейчас начнем вот с этой. Подсобка. Why do dungeons even have these kind of stupid rooms where there's nothing to do? Как зачем, Баттерс? Сейчас мы поймем, зачем такая комната. Что-то в ней тут есть. Вот шкафчики. Ништячков еще набрали. Пойдем. Хотя стой. Посмотрели, может быть что-то блестит. Там до того сейфика дотянуться. Как? Латунный ключ. Все, он у нас есть. He's here, guard the key. Да что ж такое? Так, предметами, говорите, можно поубивать. Come quietly.
Давай без шуток. Давай без шуток, но только дайте разобраться. Вдруг я вас сейчас попробую. Одним махом всех. Паттерс, ты чё ржёшь, блин? Значка не появляется, что мне помощь друга нужна или что-нибудь подобное. School's locked down, you failed! Сигареты дымятся. You'll never escape the long arm of Counselor Mackey's justice! Ладно, куда я могу стрельнуть? Turn back, we've got a roadblock set up! А вот и значок. А, вон книжки стоят, все вижу. You're just making it harder on yourself. Стрельба. That's where I can see him. Вот сюда, да. Вот сюда. Что дало? Блин, ничего не дало. We've established a perimeter. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Хорош! Хорош! Well, lucky there was a box of fireworks just sitting there. Counselor Mackey has issued a warrant for your apprehension. А вот теперь сейчас мы сделаем жесткий пух. Hostile actions will be met with force and referrals. Красиво, но уже становится сложнее. Каждым разом надо додумывать, что делать. Бедняги, ребята, пали под напором пердежа. Так, здесь что можно? Как пройти эту преграду? А, вот так вот просто разносится. Where's your hall pass? Что здесь, парни? Вам сейчас будет трандыч. Please don't ask me, homie. Не убивай меня, приятель. Да, прости, дружище. Make my day, kid. Ты стал заложником ситуации. Блин, у него защита хорошая. Ну да. Feel my righteous fury. Пробили защиту, мы, по-моему, сломали ее. Ни хрена не сломали на самом деле. Кровотечение у нее серьезное, поэтому будем добивать. You're a bad seed. Так, Баттерс, ты что можешь сделать? Можешь его молоточком навернуть. А, вот все, вот и перестали отниматься. Защиту берет и ест что-то. Ну да. I'm just itching to use this referral slip. Достабли. Помогла твоя еда тебе. That kid looks hurt pretty bad. Это что, бедняга? Your word is the command, my lord. Don't be afraid to ask for help from your friends. Мальчик стонет, бедняга. Don't be afraid to ask for help from your friends. Так. Your word is the command, my lord. Ну, надо спасать или нет? Don't be afraid to ask for help from your friends. Или его можно это? Your word is the command, my lord. А я в вашем распоряжении, милорд. Все, я понимаю. Наверное, нужна помощь. Your word is the command, my lord.
finisher! Buddy, thanks. I thought I was a goner. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you could take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners! Все, серебряная кисть достали. Серебряным ключом. Еще что-то есть. Школа оказалась богатой на разнообразные штуковины. Набрали мы их с лихвой уже. Главное нам всех победить. Дальше все сложнее и сложнее. Надеюсь, что я думаю, тоже найдем этот золотой ключ. Здесь победили. Есть квест-рушка. Для чего только она? А, вон он и золотой ключ. Be careful, douchebag. This is Mackie's lair. One wrong step and we could end up in detention. Ага. Я тоже вот про это же и подумал сразу. Здесь может быть какая-нибудь засада. Как-то слишком легко. Ключ открыт. Набрали, теперь будем стрелять. No human has ever laid hands on it before. Let's hope it holds the power to unlock the cafeteria door. Столовая. Пойдем отсюда. Как-то все очень легко оказалось золотым ключом. Ну, наверное, в столовой нас будут ждать сюрпризы. That's far enough, intruder. Where's your hall pass? Где твой пропуск? Да, какой-то крутой. No самый hall конопатый pass? И самый рыжий. It's time to write you a referral. Эх ты. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Что ты игра? Да, сейчас будет сложно. Deadly fart is authorized. Блин, их еще и трое. Так, собрались. I'm just itching to use this referral slip. Дальних рыжих колоть. Блин, главного закона. 300, 112. Давайте главного колоть, ну и он нафиг. Семьдесят один, мало. Баттерс, баттерс, давай. Нет, вот это и направлен тоже на... Хорош, хорош, даже двоих зацепило. Молодец. Молодец, Баттерс. Заклинание Розбракова превращает... Нет, ну подожди, я понял. You're a bad seed. Сначала мы сейчас убьем главного. Хотя еще бы убить. Еще 80 отняли у него. Давай, Баттерс, своим молоточком. Молодец. Так, у него чуть-чуть осталось совсем. Блин, они жрут. Блин, не успел нажать. Ай, Баттерса убили. Так, скажи, что у меня есть воскрешающая херня какая-нибудь. Вот он, воскрешающий эликсир. Баттерс, просыпайся. Оставил. Теперь ты должен меня
лечить. Колоть у меня уже нет. I see, we're all at a stalemate. Причем я его добью, я думаю. О, ну вообще ерунда стала. Давай. Lawbreaker! Бейте, что как так можно было проворонить? Наделал, а? Так, Баттерс, во-первых, целебное касание мне нужно твое. There you go, Al. Теперь ты должен добить этого кучару. I wasn't worthy of the sash. Oh, I wanted to show mercy. Блин, он куда-то убежал. А, то есть его убиваешь и пофигу. Мы додумали. Так, дежурного. Это, я так понимаю, вот этот шкафчик. Глава регенерации. Все. Мы покорили эту школу. Давай нам нашу заложника. И все побежали. Damn you, Craig! Твою мать! Вот так вот. Мы очередное задание выполнили. Не сказать, что совсем легко это было. Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Четвертый уровень. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like, "Howdy, how?" Howdy, how? Ну, круто. Так, обновление есть. А, так, что у нас тут там предлагают? Опять усовершенствовать. Ну, будем продолжать в том же духе усовершенствовать свои уколы. Все, у нас четвертый аж уровень. Так, ну что, на этом, наверное, закончим. В следующей серии будем уже новые задания выполнять. Все, всем пока.